целях чистоты эксперимента, для того, чтобы определить, какого типа карточки подходят на DJI Osmo Pocket, я хочу провести еще одно исследование. Есть у меня еще одна карта, вот такая, которую я хочу проверить на запись 4К видео. То есть сможет ли, потянет ли DJI Osmo Pocket эту карту для того, чтобы записывать видео в формате 4К с частотой кадров 60 кадров в секунду. Вот. Ну и забегая наперед, эти тесты мне нужны для того, чтобы в последующем заказать карты большего объема, вот, для моей камеры. И, соответственно, их также я буду тестировать. То есть в процессе всех этих тестов вы сможете наглядно убедиться в чистоте эксперимента, стоит ли заказывать эти карты, как они поведут. Но опять же, у меня не идеальные условия, то есть не сильно мощный компьютер для того, чтобы проверить их, но посмотрим, как они себя покажут в последующем. В данный момент будем проверять карту на трех уже стандартных вещах. Это на двух адаптерах и на одном переходнике USB Type-C на USB 2.0. Вот. На нем я буду проверять на записи на чтение ради одной простой причины. Я хочу посмотреть, какая разница. То есть по скорости чтения, сколько будет по времени записываться, сбрасываться материал через этот переходник. Вот. Но, тем не менее, этот переходник очень хорошо работает с Type-C, и на телефон сбрасывается довольно-таки быстро информация. Здесь же я на компьютере использую выход USB 3.0, но выход USB 2.0 на адаптере, поэтому вот такие вот плачевные результаты. Иногда даже просто, ну, ты не можешь дождаться, когда это все закончится, и просто приходится останавливать эксперимент. Почтению по записи программа H2 тест, потому что она пишет запредельные какие-то вообще непонятные большие данные по чтению, по записи, особенно по чтению. Вот, то есть это может быть там и 7, и 8 часов и более. Ну, соответственно, так сильно гонять компьютер и убивать флешку я тоже не хочу, и поэтому я больше половины эксперимента провожу, а потом обрываю. Всем, кому было полезно данное видео, кто точно так же любит экспериментировать, подписываемся на канал, ставим свой лайк либо дизлайк, оставляем свои комментарии. Всем пока!